Очередной плановый рейд провели сотрудники Республиканской госавтоинспекции в Экибрульском районе. Подобные проверки проводятся каждые выходные дни практически во всех регионах России. Обычно на определенном участке дороги дежурят сразу несколько полицейских экипажей, которые останавливают абсолютно все проезжающие автомобили. Мероприятие направлено на соблюдение водителями правил дорожного движения. Из наиболее частых нарушений встречается вождение в состоянии опьянения, непристегнутый ремень безопасности и отсутствие детского кресла. Согласно анализу аварийности, летний период связан с наибольшим количеством дорожно-транспортных происшествий с тяжкими, особо тяжкими последствиями. Все это связано с увеличением плотности транспортного потока, то есть период отпусков, люди начинают передвигаться по различным регионам Российской Федерации. Госавтоинспекция Республики Калмыкия работает в летний период именно в усиленном режиме. Проводятся рейдовые мероприятия как на автомобильных дорогах федерального значения, так и на дорогах регионального значения. Рейдовые мероприятия, ну, условное название, сплошные проверки. То есть проверке подлежат все транспортные средства. Связано данное мероприятие с выявлением грубых нарушений правил дорожного движения. С начала текущего месяца на дорогах республики зарегистрировано свыше 12 дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим в регионе проведено 7 подобных широкомасштабных рейдовых мероприятий. Инспектор остановил, вежливо подошел, вежливо попросил документы. Приятно, когда инспектора вежливые. Спасибо. И то, что они вот именно предотвращают нарушения, это тоже, наверное, да, безопасность дорожного движения прежде всего. Ну, они для нашей безопасности проводят это. Наша безопасность от них зависит. С одной стороны, правильно, чтобы профилактика, меньше аварий, чтобы было. Люди, чтобы не напрягались. Напрягать надо немножко водителей, чтобы к порядку приводить. Ну, нормально, хорошо, нужно дело. Надо проводить такие рейды, да, тоже считаю, что это нормально. Чтобы нарушений не было.